К нам приехал Ford Mondeo EcoBoost. Здесь практически 200 лошадиных сил. Здесь турбина, которая раздувается очень приятно, издавая звук выхлопа. Но так как дальше стоит резонатор и банка глушителя, здоровенная вот такая вот, которая на две стороны идет, этого звука не слышно. Конечно же, владельцу хочется услышать машину, когда она начинает разгоняться. Это дает определенный драйв, кайф и эмоции от вождения. Мы здесь устанавливаем управляемый выхлоп. На все про все нам необходимо несколько часов работы для того, чтобы эта машина, помимо того, что она поехала, она еще зарычит. Зарычит очень интересно. Не, ну это круто. С переливами такими. Даже в салоне. А они пульты, как они, на чем, на батарейках? Да, они на батарейках, батарейки там примерно года два. И можно это рычание будет отключать в определенных ситуациях. Например, стоят гайцы. Ты арестован, парень, за то, что слишком сексуален. Или вы едете не один, а кто-то сзади сидит там, из родственников. Или вы едете на дальнее расстояние. Или с утра, когда у вас немножко болит голова, вы выключаете. А когда у вас есть настроение, наваливаете. Это можно сделать у нас в ультравыхлоп. Я бы сказал бы даже больше, это нужно сделать у нас в ультравыхлоп, если у вас есть пара десятков тысяч. Сколько? Действительно, тюнинг не такой дорогой, но очень практичный, современный. Погнали смотреть, как у нас получится, и в конце надень наушники для того, чтобы понять эффект. Не, ну блин, мне очень нравится. Это прям божественно. Гула нету в салоне практически вообще никакого. Ну да. То есть слышен звук. Это удивительно на турбовых машинах, ну, редко такое, чтобы прям вот комфортно было и на громком режиме кататься можно было. А прям вот движение за салонку можно включать, да? Вообще в любой момент. Допустим. Вот, все, пожалуйста, едем тихо, штатно, чинно, благородно. По сути, ну, практически. Да, ну почти вообще очень тихо. Да, ну потому что резонатора единственное, что нету, а так... Все, на заслоночке. Это компрессор. Он немножко нагнетает вакуум. А поставили вы его куда? В багажник, да? В багажник с правой стороны. Там его зафиксировали так, чтобы он сильно не трещал и не мешал. Ну все, теперь вид имеет. Главное – звук. Да. Так. Вакуумная заслонка, здесь on и off. Угу. Соответственно, ну, on – это включенный вот такой вот громкий режим. Off – выключаете и прям наслаждаетесь. Все, я понял. Вот. Спасибо. Как вообще в целом первые впечатления? Блин, первое впечатление мне очень понравилось. Вот, всем рекомендую. Выхлопную систему ставят очень грамотно и качественно. Вами очень доволен. Спасибо вам большое. Спасибо, рада если стараться. Если что, да, души. Дали визитную карточку. Если что, буду обращаться к вам. И буду друзей направлять тоже. Очень приятно. Александр счастливый обладатель теперь уже тюнингованного выхлопа на свой турбовый Mondeo. И это очень классно и удобно, потому что есть пульт, есть заслонка, которую включает, выключает, когда душе угодно. В общем, если хотите, также обращайтесь к нам. Александр, удовольствие да. от выхлопа. Спасибо вам большое. Хороших да, дорог. Всего доброго. Да, счастливо. Все. Yeah.